его открыть бесплатно нужно дождаться технических работ или патча, обновления. С этим патчем, после патча, после технических работ, после всяких недоразумений на сервере, полагается подарочек, награда за ожидание. Випочку, випочков 100, по 5000 каждый. Ничего еще, энергия героя, это чтоб монстриков убивать быстренько. И ускорение 3 часа 400 штучек. Это чтобы быстренько строить и изучать. Еще солдатиков трех. Тренировать. Быстренько так. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Так, это вот подарочек взяли и сразу сюда. Хоп. Вот сюда. Получить очки. Очки получить. Во. Вот сюда. Больше. Сюда же надо больше. Нам же лично мало. Во-во-во. 500. 1000 очков. Применить. Вот. Вот как надо играть, товарищи. 20 уровень. Новый вип чего-то там. Уровень. Вот. Закрыть. Вот. Еще вот это. Вот. О, очень, очень важная вещь. Продлить этот статус. Больше. Бух. На 4 недели. Применить. Продели. В крайнем случае купить это можно за золото. Оно иногда дается нам в подарках. И вот здесь. Вот здесь вот дается. По подписке. Подписке. Здесь вот каждые 24 часа. Нужно нажать на кнопочку и, а может раньше. Вот. И получите денежку золота. Золото, золото. Золото. Из-за нашей физиономии не нажать на кнопочку. Пришлось убирать ее, нажимать и обратно. Так. Что там? Тетенек нам подарили. Лазучицы второй. Этого. Да, она или еще что-то у них тут. А это что? 12 уровень. А, Сира. Сира у них тут. Сиры у них какие-то тут. Для улучшения воинов можно достигнуть 12 уровня дворца. И вот эту штучку построить. Оплот валькирий. Так. Вот благодаря VIP-статусу и его продлению, и благодаря тому, что некоторые шероховатости и обновления есть в игре, на которые надо молиться, получаем забрать все. Висячих ожиданий. О, да. Плюх, плюх. Мало того, что плюх, так еще и плюх. О, о. Не нужно ничего здесь. Это самое, даже вот это не нужно делать. Вот так вот. Оп. И все. Гитлер капут. Сразу же. Оп. А до этого мы еще не прокачались. Чтоб здесь так же. Здесь приходится вот так. Но это лучше, чем ожидание 4 минуты, 4, 5 минут, 5 минут, 9 минут. Это заставляет не встать. Вот так вот. Это
благодаря VIP-статусу. Халявно. А еще вот это вот. Щит мира. Благодаря ему 170 недель наш замок защищен. Мы же не хотим ни на кого нападать. Мы же героические пацифисты. Принудители к миру. Принудисты. Так, еще мы тут развиваем. 2:30. Это можно ускорить. На час примерно. Оп, все, 1.5 часа бесплатно. Так. Аплод. А, чертог воина. Чертог воина. Улучшение этого здания увеличивает бонус к опыту героя. Самое главное здесь герой. О, его прокачка. Чтобы уничтожать монстриков. А где монстрики? Вот монстрики. Это здание дозорной. Вот здесь вот идем сюда. Ищем захватчики. Вот это вот все уровни. Хоп. Первый уровень. И понеслась. И вот здесь вот. А, всякие плюшки надо. Плюшки надо. Тут. Больше ля-ля-ля. Применить. Как всегда больше. Хрясь так. И убьем монстрика. Все, убили монстрика. Прокачиваем, прокачиваем. Это хорошо. Приловлю блох. И при всяких битвах кланов. Кланов битвах. И битвах королев. Уметь убивать большое количество монстриков. Желательно, конечно, захватчиков 6-го уровня. Но у нас нет их поблизости. 3 часа. Ужас. Ну вот точно. Пока будет бесплатно. Долго ждать придется, но... Что вы поняли? Вот главное. VIP-статус. И вот это вот. Щит мира. Все. Теперь можете создавать спокойно. Клан. Накапливать. Что накапливать? Копить. Ресурсики. Собирать что тут? Собирать можно тут. Что тут собирать-то? А вот помощь. Помощь дает лояльность и доблесть очки. А эти очки можно покупать в магазине. Свитки. А, свитки вот здесь можно покупать. Для клана. Каталог предметов. Это, а, вот здесь можно покупать, еще вот здесь покупали соклановцы. И накапливают свитки. Эти все остальные ресурсы сами накопятся, а свитки большая проблема. Цитадель построить, это вам не море переплыть. Видите, сколько у меня? 462. Штучки свитков. А нужно 10 тысяч. А потом еще прокачивать их. Прокачивать их. Нужно будет потом. Цитадель. Еще свитки нужны будут. Свиточки. А, чтобы участвовать в этих. То, что дает главный приток золота. Битвы кланов. Мертвые кланы, если попадутся, вы выигрываете.
забираете очки за счет убийств монстриков, захватчиков. И получаете много золота. Много. Очень много золота. Как собаки. А сколько золота вы получаете? 2 200 000. А здесь сколько? 3 000 000. А чтобы участвовать, нужно миллиард. Миллиард могущества. Это ж обалдеть можно. Раньше такого идиотизма не было. Кто угодно мог участвовать, а теперь миллиард. А как вам идти? Строительство, улучшение зданий, которое длится десятки недель. Ну, чтобы этого избежать, есть всякие есть ускорители. За денежки можно их покупать. Всякие ускорители. Ускорители. Чтобы помочь. А чтобы шустрее убивать монстриков, нужно открывать вот эти вот открывать штучки. И там есть опыт героя. О, прокачивайте героя. Опыт героя прокачивайте. Потом берете вот эти штучки. Берете вещи захватчиков. Вот так вот. Берете вот так вот. Какие тут вещи? Например, вот это вот. О, шлем гвардейца. Урон героя. Ослабление захватчиков. Расход энергии героя. Вот этим надо экипироваться. Кровь из носу. На 45 уровне героя. И что это такая прибавка? 4,8. Расход энергии, урон героя. 4,4. Вот этим они как-то склонны чуть. Насчет прибавления процентов при улучшении. О, еще. Урон героя. Да, вот с этим они скромничают. А насчет увеличения продолжительности, улучшения зданий и изучения знаний, это они не скупятся. 30 недель, 130 недель идет изучение. Они просто издеваются над людьми. Натуральное издевательство. О, тоже меч возьми здесь. И все такое прочее. А вот чтобы это все получать, вот эти штучки. Эти штучки. О, заклёпки, белая кожа, навершие, летая сталь, нужны королевские гвардейцы. Только королевские гвардейцы. Вот берёте и ждёте здесь вот. Когда здесь окажется королевский гвардейц? Ну, пока нет здесь. Запомните, королевский гвардейц. Вот, и вы будете всё время в шоколаде. Только нужно иметь щит мира, иметь вип-статус, иметь жуткое количество 100 соклановцев, которые будут вам прокачивать вот эту штучку, очки лояльности, очки доблести.
наших прокачек нужно помогать в развитии. Второе. Оп. Вот так вот, например. Оп, 6 часов. Зарядить. Помощь. Здесь. Оп. И здесь на 14 минуток будет улучшение. И это нам даст. Оп. О, 2000. Одному помог, 2000 заработал. Какой я молодец. Смотрите, видите, что творится. Вот так вот. Да, все тут сложно. Сейчас покажу, к чему это все приводит. Помощь. Еще заработал. Да, вот когда человек явно в эфире и шустро так, шустро. О. Лучше посидеть. О, еще 2000 заработал. Лучше посидеть и понажимать на кнопочку. Помощь. Помощь. Помочь всем. У нас мало. Мало у нас этих законов. Оп, успели. Потому что могут бесплатно. Бесплатно. Прокачивать. Но если бесплатно, то кранты. Улучшить и там зажигать бесплатно. И не успеем. О, оп. Успели помочь другу. Еще заработали. Так, играючи. Заработали уже 10 тысяч очков. По 10. А нам ни одна собака не помогает. Видите, что творится? Ни одна собака. Вот. О. Я в твоем городе открылись ворота. 7-7. Давай же пройдем через них. Да, вот здесь у нас. Почему 170 недель? Да потому что мы, лидер клана, мы не собираемся участвовать в боевых действиях. Мы должны аккумулировать у себя ресурсы и свитки для строительства цитадели клана, а потом для его развития цитадели клана. Так, в твоем городе открылись врата Обливиона. Давай же пройдем через них. Это улучшает характеристики воинов. Ты находишься в мире, где правит Хель, богинька мертвых. Вот здорово. Как раз к коронавирусу. Какая прелесть. Так, в чертоге можно выбирать облик и улучшать характеристики воителя. Бойца, который готов бросить вызов опасностям Хельхейма. Кузни можно создавать спиной вещи, а в лавке приобретать полезные предметищи. Предметющечки. О, что творят? Ай, чего творят? О, вот, девушка. Это вход в катакомбы Хельхейма, где обитают воины, мглы, и более опасные враги, порождение мглы, и этими существами становятся после смерти трусы и дезертиры. А чё же они такие шустрые-то, всех нас убивают, если они трусы, дезертиры. Исследование катакомб принесет различные награды, в том числе постоянные военные бонусы. Вот о чем я и говорил. Но опять небось скромные. Это вам не это. Не строительство и улучшение зданий. Там они не скупятся на цифры.
60 недель строительства. 180, 260, 1378 недель. Это сумасшествие, скажете вы. Нет, это игра такая. Исследование катакомб принесет различные награды и витамины, в числе постоянно, которые могут действовать в твоем городе в Мидгарде. Удачи, Яш. Нам она понадобится. Дрючек исследовать. Ох. Ну все, трус и дезертир. Сейчас нас будет метелить. За милую душу отметелит как родных. Конечно, целесообразнее щит мира выбирать на небольшой срок, чтобы можно было нападать. Но это наш выбор, просто мы не собираемся ни на кого нападать. Поэтому у нас щит мира 100 с чем-то недель. Длится. Продолжить исследование. А здесь вот карта здесь. Так. Трусиха и дезертиха. Дезертиха. Тихо-тихо. Дезертиха. Ледяной свинец. Свинец молодец. Еще один дезертир и трус. Мы обделались легким испугом. Мои были браузерных РПГ. Жаль, не автоматические. Например, Bloody Walk. Bloody Walk. Браузерная такая игрушка была. Потом она погибла, а потом ее возродили фанаты. Типа того. Что мы делали без игровых фанатов? Кто бы делал модификации Elder Scrolls? Особенно Морровинда. Без модификации вообще невозможно играть. Страх смотреть. И этих какого? Mount and Blood. Модифицировали все. Модифицировали.
немножко любят игрушку. А иначе кто бы им модифицировал? Вот еще один трус и дезертир. Каждой секундой все тяжелее и тяжелее бьют эти трусы и дезертиры. Тяжко так бьют нас. Бум! Прямо в живот. Ужас! Так, ладно. Еще ледяной свинец. Когда же будет сундучок-то? Или это гробик? Усыпальница. Все враги какие-то. Опять трусиха и это дезертиха. Это трусиха, это дезертиха. Опыт воителя. Так, смотрим. О! Так, мы все обошли-то тут. Обошли-то тут. Может, здесь комнатка есть. Кто ее знает? Есть. На нашу голову. Дезертир и трус. Отщепенцы и враг. Враги народа тут обитают. Так, ну... Все. О, есть. Холодное железо и холодный свинец. Может, мы сможем что-нибудь соорудить скромненько? Типа, доспехи какие-нибудь. А, здесь мы уже были. Там были. Здесь не были. Та-та-та. Главное, свитки надо покупать в клане. Не получится построить а может туда сходить? Не получится построить цитадель клана без свитков. Я не знаю. Если соклановец купит свитки в клановом магазине, они автоматически появятся у лидера клана, или ему нужно караваном отправлять лидеру клана эти свитки. Соклановец лидеру клана свитки отправляет. Чтобы была дополнительная награда, нужно, чтобы у этого чемпиона ой, сколько нужно накопить-то. Ну, чтобы у этого чемпиона было. О, так. Чёрт, был-то.
поваленное его здоровье. Когда дадут какую дополнительную награду. Но он голенький, без доспехов. Какая тут сохранность здоровья может быть? Пусто. Ну вот. Надо оставить сундучок какой-нибудь. Здесь еще что-то такое есть. Раз в 2 часа или... Или нет. Материалы дают халявные. Материалы где-то можно или в кузнице, или еще где-то получить. Сам-то лидер клана может не участвовать в боевых действиях, а посылать своих воинов прокачанных. Совместные походы, наверное, а может и нет. Но можно ресурсы собирать. Там могут напасть и убить. Как бы нам туда пробраться? Босс. Нет, не босс. Может, уже был босс. Был босс. Дезертирный трус. Либерал, понимаешь. Во. Вы победили. Порождением Глыги. Исследовали все залы. Зачистили их от воинов Мглы. И нашли все сундуки, сохранив при этом 54 и 75% здоровья воителя. Первую точку первого яруса прошли полностью. Вернитесь на ярус, чтобы начать прохождение следующей точки. Повторно исследует следующую точку. В авторежиме. Авторежим. Две минуты. Нам нужно собрать штучки, тарелочки. Для чего? Для... О, бесплатно. Каленые прутья. Материал для создания вещей воителя в кузне Хельхейма. Оп.
4 esca. Важно прийти и забрать еще материальчик. Оп. О, одна собака помогла. Нужно планово все делать, назначить время, в которое все срочно начинают улучшать здания и помогать друг другу, набирать жуткое количество очков доблести, покупать в магазине свитки, строить цитадель клана и получать дополнительные преференции. На здании цитадели. От цитадели. Ее развитие. Банковские приложения. Это можно за денежки покупать. Но я не советую вкладывать денежки в это дело. Сейчас посмотрим, к чему это все приводит. Вот здесь 10 уровень дворца. Двое из дворца. Одинаковых лица. Дворец позволяет строить и улучшать другие здания. Уровень города равен уровню дворца. Все здесь в руках времени. Ужас. Все теперь в наших руках. Бог времени здесь правит. Следующий уровень вряд ли вдох. Здесь по 100. 38 по 100. Применить. Ага. А здесь 171 по 5000. Применить. Нет. Не улучшилось. Вид статуса. Следующий уровень не получили. 27-й следующий. А все 30 или больше. Бонусы. Бонусы. 40 всего. О, ужас. Так, ладно. 277 недель. Вид статус. И 148 недель. Этого как его? Как его? Щит мира. Так, это чтобы, не нападали внезапно. Вот это дает вид статус. Дворец 26 уровня.
стола, чтобы было сподручнее убивать захватчиков. Вот это надо прокачивать. Захватчики. Навыки героя. Основные и захватчики. Что было сподручнее их убивать. Захватчики. Все уровни. Обливиона. Мы недавно начали проходить это. Сделали его экипировочку. Воителю. В тартарарах борется. Русами и дезертирами. Вот Маркс какой героический. Так. И теперь можно здесь взять бесплатно. А еще можно запустить какой-нибудь процесс прохождения в автоматическом режиме. Что-нибудь здесь. Авторежим. Ох, все, поехали. Смотрите, как издевается над... над игроками в игре Викингс. Строительство дворца улучшение, то есть. И сколько оно стоит, неизвестно. Так. А вот это, например, вот первая попавшаяся хрясь, вот так вот. 26 недель и 3 дня. Видите, как издевается. А. Что тут у нас? 145. Военные. Это неизвестно. 21 час это не страшно. Хорошо, мы здесь уже все открыли. Жаль. О, 21 час. Это одна неделя. О, издеваются. Издеваются. Экономически. Так. Две недели, одна неделя, две недели, две недели, тра-та-та. А вот захватчики, например. Чисто захватчики. О, 34 недели и 6 дней. Это издевательство, чистой воды издевательство. Ну, можно, конечно, применять вот эти вот всякие, ну, магазины, ускорение, вот это вот, ускорение, 15 часов, 8, 24, 3 дня, 15 дней. И еще ускорение.
строитель еще один где-то тут. А, это проводники. Есть еще строители, можно строить два здания. Не одно улучшать, а два. Еще есть такие бонусы, которые можно применять. О, второй строитель. А это для изучения знаний. А это для улучшения зданий. О, вот эти вот. Ускорение улучшения знаний 10% на 5 минут. Еще есть ускорение обучения воинов 35%. Ускорение строительства 30% на полчаса. Ну и что, это спасет отца русской демократии, что ли? Если там 30 недель. Ну, не спасет. Ну так будет 20 недель. От этого ни горячо, ни холодно. Вот такое издевательство. Вот еще знания. Знания что-то. А, еще улучшение воинов. Тут есть у нас вот, улучшение этого здания 8 недель и 6 дней. Помимо ресурсов. Что здесь еще? А, 48. 4 дня. 4 часа. 5 часов. А это не открыто пока. Одна неделя. Вот такое издевательство. Ну, вы поняли, да? Это же очень и очень. Ужас. Ужас какой-то. Видите, что творят? Что творят? Это убийца туда же. 11 часов. Один день. А это все надо для чего? Чтобы могущество повысить. А могущество нам нужно для того, чтобы участвовать в войнах кланов. О, битва кланов. Вот подарец нам нужно 1 миллиард, а у нас только... ...800 миллионов с хвостиком. 840 с чем-то. Вот так. Нам не дают. Золото, соцснабжение отрезали, изверги разрабы. Мы так хапали золото, симпатично. А теперь не дают. Вот только вот 4 миллиона заработали недавно на войне королевств. Мы, к счастью, победили. Наше королевство победило чужое королевство. Мы на этом наварили 4 миллиона. И самое главное, не расходуйте. Только в крайнем случае расходуйте золото. Золото. Потому что когда у нас было 19 миллионов, мы получали вот здесь вот иногда 250 тысяч. Эти вот. Заходите в банк каждый день и получайте награду. По 250 тысяч золотых получали, то есть чем больше деньги к деньгам. Есть такой принцип. Или они просто уменьшили награду. Но когда у нас было 19 миллионов, было 250 тысяч. А сейчас 40 тысяч или типа того. Вот. Такой ужас. Такой ужас. Не, ну, можно, конечно, поиграть. Это ж ничего не обязывает как-то зайти, запустить процесс. И пусть он себе там это самое. Господи. Чпокает. И этот он запустим. Что там? Запустить нам? Что там нам запустить? Запустить.
ничего интересного. Вот 4 дня желудь. 5 дней. Это издевательство. А это нужно 31 уровень. Горца. О, 10 недель. 4 недели. 2 недели. Да вот здесь можно застрелиться и не встать. Хоть я вам не советую стреляться. Вот. Видите, издевательство какое. Какое. Видите. Видите. 21 неделя. Видите. 25 недель. 21. А здесь уже открыто. Вот так, в таких условиях можно что-то там. Это мы на это потратили золото. На ускорение. И прокачку. Чтобы открыть. Чтобы открыть. Кого бы вы думали? Вот. Духи. Духов открыть. 5 уровень. А до 6 нам не добраться. Потому что это издевательство. А не игра. Издевательство. 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 67 недель. Вот как это они себе мыслят. Вот что это такое? Это идиотизм. Вот что это? 67 недель. И 6 дней. Вот. Вот как это? Вот так у них. Это со здравым смыслом. 107 недель. Вот как вот. Вот как это? Или 3 миллиона 600 тысяч. Но вот это вот не советую нажимать, потому что лучше потратить вот эти ресурсики потратить. И ускорение купить за золото. Так дешевле будет, чем просто выкидывать 3 миллиона 600. Нажимаете, потом они будут это вот, но сначала наберите много золота здесь, а потом какую-то часть тратьте на ускорители. Ну и потом ведь мы же никуда не спешим с вами. Чупчиков кучерявых делаем потихонечку. И сколько у нас этих чупчиков уже накопилось? Полмиллиона чупчиков кучерявых. Ну ладно, спасибо за внимание. До новых встреч в эфире! Спасибочки, что смотрите нас, переживаете, лайкаете, дизлайкаете, расшариваете это все, комментируете, да, вот прокомментируйте, что вы думаете по этому поводу. С чем-то там недельное исследование. Это же издевательство чистой воды. Конечно, нас никто не заставляет играть в это. О, а мы захватчиков открыли. О, видите, захватчики 6 уровня. Видите? Арк. Враг, вторгшийся в ваши земли, еще не знает, какую огромную ошибку он совершил. Обучите героя древнему искусству избавления от страхов, что позволит ему вступить в схватку с врагом, обладающим
изначально превосходством. Знание открывает возможность атаки захватчиков 6 уровня. Что-то он на духа похож, этот захватчик. Что духи, что захватчики, а нахрен, если по-научному изъясняться. Да, но мы уже прощались. Вот захватчики, а вот это духи, 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 духи. А вот духи, духи. О, похож. Похож же на захватчика. Чё он? Чё он это делает? Так похож на захватчика-то. Даже в сердцах отважных воинов есть место страхам. Ходят слухи о заброшенных местах в королевстве, где обитают ужасные создания из старинных поверий викингов. Изучите это знание, и ваш шаман сможет изгонять духов 6 уровня. Вот так вот. Да, как нам это открыть-то? Как нам открыть это, если до него не добраться никак? Добраться, где водить туда? О, 67 недель. Это чтобы вот это открыть. Вот это и общий уровень. Бабах, бабах. Ой, у нас без этих самых. Шаманчик у нас раздетый. Мы о нем не заботимся совсем. Совсем он голенький. Шаманчик. Вещи шаманов. О-ло-ло. Нет у нас материалов для шаманов. Да, ладно, все, хватит. На этой оптимистической ноте. Это. Дождемся часа нашего повествования.